Дневник Тани Рудыковской, 1942 год, январь. Здравствуйте, с праздником вас! Спасибо. Вот, спасибо. 9 мая. У нас для вас еще есть подарок, сюрприз один. Попытку улыбнуться, но не смог. А из глаз покатились слезы, склея. На завтрак в студии не склея, не знаю, из какого. Мы все вместе. Вот она я. Сегодня у мамы меня и бабеньки именины. Мама подарила кусок пеленого сахара. А Татьяна Леонидовна, бабушка Татьяна Ивановна и я. Три Татьяны. Угу. И поэтому у нас 25 января, в Татьянин день, всегда собиралось очень много народу. Угу. Вот этот стол, он раздвигается. Угу. Вот отсюда до куты 40 человек может сесть. Это еще дедушкин. Ничего это себе. Это дедушкин стол, ему уже 200 лет. Папа чувствует себя прекрасно. Вчера перед обедом обошел все комнаты. Стал немножко ходить. Пианино, мне это было другое. Другое было пианино, оно было вынесено туда. А здесь стоял сундук. Значит, папа работал за финляндским вокзалом на заводе «Красный Выборж». Ходить туда пешком он не мог. Это больше 10 километров. И последний раз, когда он пришел, мама его нашла на крыльце, он лежал. Конечно, он получил иждивенческую карточку. А на иждивенческую карточку ничего не давал. Ну, в январе я уже начала писать, там уже можно записывать.